Добрый день. Пришли вот на рынок Салово вещевой. Он работает только по понедельникам с 9 до 2 часов дня. И тут для любителей футболок и всего есть. Второй год сюда приходим именно к этой женщине. Вот такие вот ларек, где чисто все футбольно. В основном реаловские, это цены просто смешные тут. Есть вот спортивные костюмы. Вот такие вот мастерки. Мастерка стоит всего 10 евро. 10 евро. Мастерка. 750 рублей, 730 рублей. Может взять Лене? Ну, давай возьмем сейчас. Футболки. Реал Мадрид, Реал Мадрид. Брюки вон 3 евро. Штаны. Обалденные штаны Реал Мадрид. 3 евро. Футболки. Всего 10 евро. В магазинах минимум 15. Шикарные футболки. Вот, говорю, я себе купил вот такой вот. А вот этот большой есть кросс? Да, это один. Детских куча. Вот. 10 евро. Шорты. А вот эти вот футболки подороже. 18 евро. Тут 33. Есть вот такие наборы уже. С ветрами, с этими. 20 евро. Шорты. Мам! Реаловские. Шорты, ветры. 20 евро. Барселона тут. Тут вот всякие замочки. Ола. Ола. Реклама. А, си. Бейсболочки. Реалости. Мячики. Вот второй год специально прибегаем именно сюда, чтобы тут купить. Так что, если собираетесь покупать, минуйте магазины, приходите непосредственно на рынок. Но, повторяю, работает только по понедельникам, один день, до 2 часов. Это уже фирменный, в этой упаковочке 25, пола 20. Это лисо. Just hold on. Francesca? You have to have a look at this. Okay. Now where are you, buddy? Я бы это купил. А это с фамилиями. Нет, с фамилиями не нужны. Не воссоздай себе кумира. Блин, вот это вот обалденное. Вот это новая модель. Обалденная. Вот это черное, такого качества. Это такого качества, 10 евро. Не будет, я думаю, что она. Качество, какую он дорогую себе брал. Такую вот. В Мадриде. Так что приходите сюда, приезжайте. Если есть вопросы, как добраться до рынка, подскажу. Рынок очень большой. Кроме этого, распродажа обуви все время. В магазине, допустим, стоит офигенные туфли 30 евро, тут 15. Они же фабричные, кожаные. Тоже вот прикупил себе. В том году покупал, в этом. Так что приходите. Вот женщина.